Цюцу Синдзу, Махацу Каэрай, Сейгоку Фудерю. Вот еще такой момент, который, ну, назовем это приворот, но назовем это выполнение своего желания трахнуть конкретную девушку. Значит, вот, собственно, мы, да, мы заранее там, да, взяли, ну, собственно, вот у нас есть эта барышня. Она там имеет какой-то энергопотенциал, где-то у нее перекос идет какой-то, ну, все равно там, вот в целом, вот как-то она вот такую конструкцию имеет. А если она еще и дама видная, то, конечно, у нее подпитка больше идет, она может очень сильно вытягивать, на нее замкнуто большое количество мужчин, они ее хотят, к ней идет постоянно хороший приток энергии. Она была и в школе первой красавицей. Ну, допустим, у нее вот, вот такой вот какое-то высокое себе самомнение. Поэтому она уверена в себе. Там к ней идет хороший такой приток энергии. Она, собственно, вот такая. Вы, соответственно, даже, например, при том, что вы сделали сколько-то подключек, уже наработали, то есть вы можете, ну, даже больше ее увеличить потенциал, то есть вроде ваш больше, у вас и подпитка идет по силовой оси, вы уже совсем другого порядка и внимание умеете удержать. Тут вот такой бывает момент, вроде вы начинаете, она вам нравится, вроде она чувствует вашу силу, и вот вы пошли, то есть вот дали трансовую команду, куда вы начинаете там вклиниваться, чтобы она меньше выделывалась, на сексуальный центр ее начинаете воздействовать, собственно, чтобы расположить ее к себе. И прикол бывает такой, значит, вы включились в нее, ну, она вам понравилась, вот зацепила она вас, красивая, сексуальная. И есть очень интересный такой подводный камень, когда вот как бы вы вроде все вот так предвидели. Ну, например, вы с ней строите отношения. Или вообще, вот какая бывает ситуация, значит, начинают строить отношения с такой барышней. И я бы назвал этот момент подводный камень. В чем он заключается? Вроде бы вы ее по потенциалу превышаете, да, казалось бы. Но у нее внезапно образуется здесь еще, я бы назвал это вакуум. Вот я его обозначу. Вот все вакуумное пространство, я вот сделаю вот такой вот дополнительной вот структурой. Я объясню сейчас, что это за вакуум, откуда он взялся. Вот он пристроен к вот этой структуре, он здесь пристроен. Он здесь пристроен. Вакуум. Вакуум, который образован желаниями. И у нее есть хотелки. Здесь она начала себе представлять принца еще в детстве. Вот еще в детстве тут какой-то вот принц на коне. Ну, вот прям как бы вот, значит, тут вот как-то вот конь, тут конь и на нем принц. Вот. Она начала выстраивать образ каких-то идеальных отношений еще вот тогда. Вот. Здесь у нее хотелка связана с тем, что она хотела фломастеры, как у одноклассницы.
Здесь она хотела сумку. Здесь она хотела сумку. А здесь она хотела посудку, как в детском саду, как у девочки, соседки. И суть в чем? Вы начинаете в ее внимание попадать, да, вы заинтересовали вроде, вы вызвали интерес, и тем самым вот попадаете вот в этот вакуум. Для вас открывают вот эту вот область. И вы вроде бы энергетически ее перекрыли, вы понимаете, какое вам количество надо, но на вот эти хотелки отдан такой объем, они существуют как такие наросты, что ваша энергетика сразу начинает заполнять их еще туда. То есть она как бы уже целенаправленно ставит вас как бы как реализацию вот этих хотелок. Если вы хотите долгосрочные отношения строить, ну давайте подумаем так, что самое интересное, логичное, нам эти хотелки было бы найти и всех их поубирать. Все вот это поотсекать от нее и поставить сюда программу на уничтожение. Вот эти все пузыри поубирать. Да, это как бы желание, понятно, все. Но на них нас могут развести, грубо говоря, на энергию. Мало того, что на деньги, так еще и на энергию. То есть вот эти вот все моменты, на которые вы можете не перекрыть, у вас лишняя энергия уйдет просто на вот эти вот образы, которые она накачивает. И тут вы такой появились. И она как бы вот такая, на. Вот хочу и сумку, хочу и Турцию. И вот. А вот как же ты не выполнишь вот эти все желания. А настоящий мужчина должен. И вот этот момент я бы посоветовал тоже просматривать. То есть брать во внимание существование вот этих вот желаний. Существование настроек, которые вроде бы на вас, может, и не навесят, но вы, когда начнете работать, вы в этот вакуум как бы упретесь. И вроде бы вам надо вот создать ей приятное ощущение, накачать, дать ей повышенный энергопотенциал. А вы вроде бы как вот вниманием ощущаете вот эту структуру, а вот эту вы из внимания выпускаете. То же самое потом можно для себя проработать, там какие-то личные желания, которые отнимают у вас много сил. Либо вы их поубираете, то есть то, куда у вас уходит энергия, на какие собственные те моменты, собственные хотелки. То есть либо поубирайте эти моменты, либо уже реализовывайте, накачивайте свои мечты полноценно. Не мешайте им сбываться.